Дорогие коллеги, я приветствую вас из стен Мегастун. Сегодня я первый раз на авторском курсе Дмитрия Бедердинова. Этот курс очень уникальный и актуальный. Актуальный, потому что как раз, пожалуй, последние десятилетия повышенный акцент к различным дисфункциям височно-нижнечелюстного сустава. И сегодняшний первый курс, потому что Дмитрий как раз делает серию курсов, в рамках этих серий курса от нормальной анатомии, от нормальной физиологии височно-нижнечелюстного сустава мы можем познакомиться как раз с патологиями, а самое главное, как эти патологии диагностировать и вылечить. Также профилактика таких патологий. Поэтому сегодняшний курс это... и быть полностью достоверным, это устранение окклюзионных нарушений прямыми и непрямыми реставрациями, реконструкции зубного ряда при снижении высоты прикуса. Этот курс первый, и здесь отражены азы и фундамент. Дальнейший курс – это уже лечение дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Я обязательно приду на него, потому что сегодняшний курс показал, что именно такого рода курсы необходимы, когда есть прямое и безбарьерное общение с лектором, который ежедневно практик, который встречает рассвет и встречает закат в клинике и в свободное время по ночам делает презентацию и в дальнейшем делится. То есть это не заученные фразы, это не заученный текст, это не поставленная речь, а это действительно практик для практиков. И это то, что мне понравилось. Если бы пожелать, то я бы пожелал, чтобы одна из серий, да, была направлена на мануальные навыки. Это то, что я бы хотел и обязательно приду, когда этот курс тоже будет анонсирован. Поэтому следующий курс, который тоже он однодневный, сегодняшний он двухдневный курс, он должен быть тоже одна- либо двухдневный, имею в виду у мануальных навыков. Поэтому спасибо вам большое, что послушали. Я поделился искренне своим опытом и впечатлениями. Поэтому буду рад вас видеть на последующих курсах рядом с собой.